мой выбор – воспринимать ход времени как последовательное раскрытие всего, что есть я. Время как раскрытие я. Знай, то, что ты воспринимаешь как линейное время, есть проявление твоего пробуждения. С твоей точки зрения стать всем, что есть ты, значит стать собой будущим. Каждый миг есть все более полное раскрытие всего, что есть ты. Иными словами, ты неизменно движешься к тому, чтобы стать собой будущим. Осознай, каким образом линейный ход времени может быть воспринят как внешнее проявление твоего становления. Ты постоянно движешься к реализации всего, что есть ты. Откажись от представления, будто ты можешь идти назад. Идти назад невозможно. Ты движешься только вперед, все более и более полно выражая свое существо. Пойми, движение в будущее – это процесс твоего самораскрытия. Осознай, что время не является чем-то внешним. Ты сам создаешь его, дабы раскрыть свое «я». Это означает, что ход времени неоднозначен. Принимая перемены, ты движешься в будущее быстрее, чем если бы сопротивлялся им. Поэтому очевидно, что благодаря открытости к переменам ты обретаешь способность контролировать воспринимаемую тобой скорость времени. Так называемое объективное измерение времени – всего лишь один из способов его восприятия. Позволь себе воспринимать время иначе. Смотреть на время, как на последовательность секунд и минут, это все равно, что видеть в ландшафтном пейзаже сотки и гектары. Время – это то, что позволяет тебе ощутить опыт становления. Ты находишься в процессе становления. Единственное, что стоит между тобой и сознательным опытом всего, что есть ты, это образ времени. Осознать, что время всего лишь инструмент, значит обрести власть над скоростью раскрытия себя. Осознав свою власть над временем, ты понимаешь, что всегда двигался с оптимальной для себя скоростью. Знай, все существа движутся с разной скоростью. То, на что одному человеку хватает дня, у другого занимает год. Ощущая мир с разной скоростью, люди получают различные результаты. Быстро не значит лучше, чем медленно. Это просто иначе. Сколько бы ни прожил человек, дни или годы, умирая, он в мгновение ока проживает целую жизнь и сполна получает тот опыт, который его «я» хотела приобрести в данной физической форме. Время – лишь грань проявления, а не рамки, в которые это проявление должно втиснуться.